В Сланцевском городском парке культуры и отдыха отметили народно-христианский праздник «Сороки жаворонки». Этот день народного календаря у славян приурочен ко дню памяти 40 севастийских мучеников Русской Православной Церкви 22 марта. Согласно народному календарю, в этот день зима кончается, а весна начинается. День с ночью меряется, равняется. Название «Сороки» произошло от 40 севастийских мучеников, память которых совершается православными церквями в этот день. Однако сам праздник с 40 мучениками не имеет ничего общего. На сороки и на пятой неделе Великого Поста пекли жаворонков. Жаворонки делаются из крепкого упругого теста. Из куска хорошо выбродившего теста нужно раскатать валик. Затем нарезать на куски массой примерно 100 грамм. Из них надо раскатать жгуты и завязать узлом. Получившейся головке следует придать соответствующую форму. Воткнуть изюминки глаза. Слегка примять пальцами хвостик и сделать маленьким ножом надрезы в виде перышек. После смазать поверхность настоем крепкого чая с сахаром и испечь. Обряд кликания весны сопровождался специальными песнями – веснянками. Печеных птичек обычно съедают, а их головки скармливают скотине или отдают матери со словами: «Как жаворонок высоко летал, так чтобы и лен твой высокий был». Как у моего жаворонка голова, так чтобы и лен головастый был. Также на сороки хозяйки пекут из ржаной или овсяной муки 40 шариков, разбрасывают их по земле, при этом приговаривая: «Эх, мороз, красный нос! Эх, мороз, красный нос! Вот тебе хлеб да овес! Уходи по-добру, по-здорову!» Верят, что мороз, наевшись хлебных шариков, уйдет до следующего года и не станет мешать в посевных весенних работах.